Ярко, креативно, познавательно. Представили педагогическую поэму советского педагога Антона Макаренко 11 А и 9 А классы Мариинской гимназии во время родительского собрания. Инициаторами такого формата выступили учителя-наставники. К созданию спектакля их подтолкнул проект «Мост времени», который реализуется в регионе. Он посвящен наследию педагога-новатора Антона Семеновича Макаренко. Это не первое театрализованное представление в гимназии. Мы каждый раз показываем что-то разное, то Карамзина, то Толстого. А вот именно 30-е годы 20-го столетия для нас тоже новое открытие. И мы очень рады, что дети прониклись идеей, которую давал Макаренко, прочитали педагогическую поэму, посмотрели фильм. И я очень надеюсь, что им это пригодится не только на экзамене, но и в жизни, и при воспитании своих детей. Все предметы зала, где проходил спектакль, напоминал обстановку помещения прошлого столетия. Даже соорудили печку-голландку из картона. А по центру висел красный плакат, на котором печатными буквами было написано «Не пищать». Это главный лозунг колонии имени Горького, которую возглавлял Макаренко. Ее воспитанниками были несовершеннолетние правонарушители и беспризорники. Как считает почетный педагог-наставник Ирина Григорченко, этот лозунг актуален для любого времени, потому что позитивно воспринимать все, что тебе предлагается, преодолевать трудности, важно всегда. Это мероприятие, это событие, я бы сказала, это не только для родителей, это в первую очередь для детей. Чтобы они понимали, что значит настоящий коллектив. Чтобы они понимали, что дружба, взаимоуважение – это самое главное в любое время. Чтобы они понимали, что необходимо подставить плечо друг другу. Ну, а родителям это, знаете, чтобы они посмотрели на своих детей в разных вариантах. Постановка спектакля по произведению – это еще и подготовка к итоговому сочинению для выпускных классов. Педагогическую поэму Макаренко смогут использовать на экзамене и 11-классники, и 9-классники. Ирина Антонова, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.